две минуты. Клей начинает клеить. Думаем, как, по вашему мнению, должен этот замок для вас представлять. Что у нас получается? Архитекторы. Это? Кушетка.
Круто, хорошо. А эти кто у нас? Это маленькие башенки, это старые звали. Ребят, все молодцы, мы очень хорошо работали. Сейчас встаем, пальцы наши устали. Каждый наш урок не очень маленький, но нужно делать 5 минут. Встаем для этого. Так как у нас пальцы рук, у нас далеко находится от сердца, быстренько начинаем массировать. Быстренько начинаем именно по 2 секунды массируем, чтобы у нас пришла кровь. Потом мы устали, пальцы устали. И если вы у тебя это данное упражнение делаете, вы будете очень у нас здоровыми. Дальше, так как мы кисти разгибаем, мы берем, хватаем кисть и начинаем, чтобы у нас там пошла кровь. Начинаем. Спасибо, Сели. А сейчас у нас есть, ребят, у нас у каждого, как я говорил, есть карточки самооценки. Каждый во втором задании, кто полностью сделал без подсказки, ставит плюс. Кто полностью сам сделал без подсказки, ставит плюс. В третьем задании его оценивает друг. В третьем задании передаем друг другу, меняемся. Можно по кругу. Меняемся в третьем задании. В третьем задании ставим плюс или минус. Оценивает друг. И последнее передали обратно. И последнее то, что у вас получилось. Вы сами смогли полностью работать. Если полностью сами сделали 2 плюса, там уже написано, да? Если вам помогали всей группе 1 плюс, если всей группе помогали, то есть я подходил и очень хорошо вам помогал, то тогда 1 плюс, а если уже не смогли сами, то всего минус. Теперь быстренько сосчитали. У кого 5-6 плюсов, у кого 5-6 плюсов, поставили 5. У кого 4 плюса, поставили 4. И у кого 3 плюса, поставили 3. Сосчитали плюсы. У кого 5-6 плюсов, поставили 5. А теперь все внимание на меня. Хотел бы, чтобы вы оценили не только письменно, но и вслух свою работу. Надо закончить фразу. Было непросто. Кто ответит? Но я справился. Встаем. Было непросто, но я справился. Было непросто, но ты справился. Да, еще было непросто. Кто ответит? Все, просто. Заканчиваем фразу. Было непросто, но вы смогли, вы считаете фразы. Я добился. Положительной оценки. Я умею, у меня получилось. Сделать все правильно, молодец. Хотелось бы. Еще побольше поработать над этой темой, пожалуйста, заходите на мой сайт. Там очень много задач. Поработайте и вместе, и со мной, дистанционно. Запомнилось решение всего, да, составление от начала до конца. Мне запомнилась работа в группе. Работа в группе, молодцы. Дальше. Спасибо. Запомнилось построение замка. Я попробую сделать то же самое дома, умница. Еще кто скажет? В следующий раз получить пятерку. Мы все очень хорошо поработали, я доволен очень с вами.
Мы сегодня рассмотрели именно полностью, кто мне скажет, вот наше занятие, что вам дало сегодняшний урок. Вы умели строить углы, треугольники, а сегодня что дало? Положительные впечатления. А в жизни пригодится? Улучшили свои навыки. А еще что сделали? Применяли, да? Улучшили работу в команде. Открываем тетради и записываем домашнее задание. Параграф 4, пункт 23. Домашнее задание вам было задано закончить, да? 3. По геометрии именно 3 задачи. И к этому домашнему заданию 3 задачи, которые вам задали. Хорошо? Сейчас собираем листы оценивания. Собираем листы оценивания. Быстренько вместе собираем, передаем. Оценки мы сегодня я выставлю. Очень хорошо поработали. Спасибо всем. Спасибо за урок.